Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру King Rivals. Так, у нас сундучок готов к открытию. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Монетки, крестоносец. Кстати, мы можем его улучшить. Доступно обновление. И дубины. Слушайте, раньше они назывались по-другому. Теперь их дубины зовут. В общем, ребят, сегодня было обновление. Только что я загрузил его, и, наверное, что-то у нас здесь поменяется. Так, открыть сейчас? Нет, конечно же, мы этого не будем сейчас делать. А давайте-ка лучше мы посмотрим, что у нас, может быть, добавилось что-то новенькое. Нет, ребят, пока все по-прежнему. Так, давайте-ка мы улучшим нашего крестоносца, конечно же. Так, обновляем. Шикарненько. У него уровень 4 уже. Это то, что нам нужно. Ух ты, скоро мы получим с вами 3-й ранг. Или 3-й уровень, как это тут называется. Ну что ж, давайте, наверное, потихонечку будем с вами дальше продолжать играть. Игрулька многим понравилась. Многие просили дальше продолжать в нее играть. Поэтому, ребятули, иду вам на уступки. Поехали. Сражение у нас, пастбище. Ой, ну в принципе, ладно. Я думал, армию не набрал. В принципе, моя армия здесь еще годнота. Готовимся к битве. Конечно же, мы готовимся. Так... Рэй против массы. Против массы я буду драться. Так, ну что, начнем, наверное, с Самбала, да? Пускай он отсюда пойдет где-то потихонечку. Естественно, все это дело мы будем с вами прикрывать. Так, поставим, наверное, вот сюда лучника. Ты смотри, что делает. Он делает по-хитрому, ребятули. По-хитрому. Погнали. Шикарно. Ах ты, гаденыш, что же самое сделал? Ну все, тебе, парень, не сдобровать. Так, давайте бомбим. У нас откат, ребята, по стамине. Оу, щит, погоди-ка. Блин, они меня сейчас быстренько ухоркают моего великана. Блин, уже убили его. На тогда, получи за это, конник вонючий. Ну что, смотрите, ребят, мы уже с вами практически пробили. Ах так, значит, да? Ладно, давай мы сделаем вот таким вот макаром. Ой, а я не знал, если честно, что когда мы идем с вами на... Куда это вы собрались, ребятулечки? Хитрожопики. Нет, нет, нет. Смотри-ка, противник довольно крепкий и не такой легенький, как показаться могло мне с самого начала. А ну-ка посмотрим, кто кого. Мечник и... Опа, это у него уже, ребята, дракон. Вы представляете? Мы его сейчас быстренько с вами должны расклепать. Так, 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 так. В принципе, дракоша здесь готов. А мы с вами также сейчас вызовем, наверное, дракошу. Нет, погоди-ка, мы лучше вот так вот сделаем с вами. Упс. Он, наверное, этого не ожидал. Ага. И вот так вот теперь сделаем. Погнали. Так, бомбочки бомбите. Ладно, в любом случае, мой великан, ребята, идет. Сдувает. Ну, ребят, я вам сразу скажу, вот это вот сдувание, это полное лажание. Оно нифига не срабатывает. Мы пробили вражеские ворота. И, как вы видите, мы уже, ребятули, бомбим бесщадно его базу. Все, ребят, никаких шансов у нее нет. Абсолютно. Смотрите, что здесь будет. Взгрустнул, всплакнул. Ну, таково ему. Под делом. Да, ребята, серебряный сундук. 8 монет мы зарабатываем с вами. Так, нам что-нибудь интересно дадут? Вкусненького, сладенького, а? Нет, нам дают только сундук и горячее предложение. Ничего подобного я не буду. А можно здесь как-то, я не знаю, ребят, поменять карту или какой-то там режим? Я лучший. Написано, я лучший. Так, звездный сундук получим после того, как получим с вами 12 звездочек. В данный момент у нас 3, то есть еще 9 нужно получить. Так, ну-ка секунду, может быть здесь что-то такое есть, чего я не знаю, а? Офигеть, ребят, смотрите, какой он, золотой мечник, он, наверное, крутой. Мы можем с вами открыть за 50 голды, кстати, серебряный сундук. Или купить. По-моему, открыть. Да, можно открыть, ребята. Опа, опять нам крестоносец выпал. Отлично. Ага, это у нас единственная такая акция. Кучку монет, естественно, с вами забираем.
И что? 170, это 17. А я куплю, ребята, я куплю. В принципе, дубины неплохие, они очень хорошо атакуют. Поэтому я думаю, что наклейка топора, наклейка королева, наклейка энта. Я не знаю, что это, ребят, такое, что это за наклейки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, чуть было не сглупил. Вот, конечно, вот гемчики нам нужны, ребят. Гемчики — это классно, потому что, ох, смотрите, мы можем за 150 рублей купить 750 гемов. Но я не буду, ребята, этого делать. Я хочу сам все сделать, сам всего добиться. Будет очень тяжело, вы можете представить, как это будет все жестко, но зато самое, никто не упрекнет тебя в донатстве. Так, давай еще возьмем. Отлично, ребята, четвертый уровень у нас получает дубины. И это замечательно. Кстати, есть! Да-да-да-да-да, третий уровень мы с вами зарабатываем. Замок, врата и хранитель. Интересно, а где хранитель? А, это, видимо, тот, кто с пушкой. То есть у них у всех повышается урон, здоровье, урон, здоровье, урон, здоровье. Отлично, я очень рад этому. А вот где же мне вот этих вот ребятулечек? Сколько? 5000 обновлений. О-о-о-о. Где же... Ну, вот эти мне не нужны. А вот кто... Вот это такая, а? Интересно. Арена 2 написано. Хм. И, кстати, друидка, вы не забывайте, что... Погоди, использовать. А вместо кого можно было бы ее использовать? А как вы думаете? Если я, например, поставлю вместо ядра. Я же не особо такой... А ядро может пригодиться против массовых ребятулей. Против массовых скоплений. Хм-хм. Ну, стоит она тоже недешево, да? 4 энергии, как-никак. И если кто не знает, что она делает, она вот, ребят, вот так вот, хоп. Как я могу понять, она их опутывает корнями, то есть враг, наверное, не сможет ходить, передвигаться, скорее всего. Ну, как видите, у нее мало очков жизни и низкий урон от атаки. То есть 29 диапазон и урон 65. Нет, не-не-не-не-не, не будем, ребята, мы с вами менять никого. Поехали лучше дальше с вами. Тихо, квест какой-то выполнили. Забираем. А, у нас скоро, кстати, сундучок. Если мы с вами вот так вот пунктики эти наберем, мы сундучок этот будем открывать. Ладно, поехали. Обожаю сражаться. Может быть, когда мы с вами повысим что-то когда-то, может быть, нам после этого перекинут на другую карту. Ладно, не будем, ребят, забегать вперед. Будем наслаждаться игрой. Так, против Джада мы с вами будем сейчас воевать. И знаете, какая вот тактика здесь? Лучше вот лучников и стрелков всегда ставить. Ну вот, видите, как он делает. За воротами. Блин, ну рано или поздно они все равно... Опа, опа, опа. А вот это ты зря... Эть! Молодцы. А у него, по-моему, ребята, сильный стрелок. Эй, парниша! Вот это, ребята, нежданчик какой-то для меня. Прям вот серьезно вам говорю. Прям, блин, такой вот нежданчик какой-то пошел. Блин, так, тихо, тихо, тихо. Поленья, успокойтесь. Смотрите, мы потихонечку бомбим врата. Он что-то... Ха, он то же самое сделал. Ладно, пускай, пускай. Так, расстреливайте, расстреливайте, отлично. Ну что, наверное, настало... Нет, подожди-ка. Хотел, думал... Хотя, почему бы и нет? Ладно, пускай он тут колдует. У него, ребята, вот, видите что? Да, я был прав, она в корни залепляет. Так, 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 так. Отлично, мы с вами получили второй уровень. И у нас есть способность вызвать дракона. Куда ты? Против конников, кстати, очень хороший крестоносец, я это заметил. Очень просто хорош. Он, смотрите, у него тоже есть стопудово вызов дракона, но он не делает это. Упс, хорошо-то как сейчас получилось. Прям под ядро, ребят. Прям под ядро он попал. Ну что, давайте уже все, как говорится, делать по полной программе, как надо. Шансов у него уже нету здесь. Мы его сейчас расклепаем здесь. Да-да-да, он тоже вызывает дракона, но это... Это, ребятулечки, все беспонтово и бесполезно. Понимаете, да, почему? Потому что у меня тут стрелки. Ну, а что ты хотел, Джад? Игра есть игра, елки-палки, видишь? Я-то новобранец, блин, как-никак. И мы с вами зарабатываем 8 монет и еще один серебряный сундучок. Естественно, мы его сейчас открывать не будем, потому что это все делается за голду.
Ой, за голду, за брюлики, поэтому, ну его нафиг, ребят. Так, собиратель звезд, я, кстати, что-то накопил там. Давайте-ка посмотрим. И еще 10 пунктов, да? Упс, давай-ка откроем, посмотрим. Так, 10 монет и один гем, хорошо. Так, и давай вот здесь еще. Замечательно. Так, ну что, идем, наверное, сразу с вами в следующее сражение. Тут, кстати, у нас сумма побед. Мы получим еще сундук. Елки-палки, ребят, у нас скоро не останется просто-напросто места для сундуков. Ты представляешь? Давай вот этот вот сундук с тобой откроем. Так, 29 монет, отлично. Почему мне все время крестоносец выпадает, а? Не, я ничего, конечно, против не имею у крестоносца, но как-то хотелось бы кого-то новенького получить, блин. Ангела, например. Или там шанс получения слишком низок. Ладно, ребята, сосредоточились на войне. Викс у нас будет против нас воевать. Никого почему-то он не вызывает. Я начну тогда, пожалуй, первый. А, он вызвал стрелка. Хорошо, вызвал стрелка. Мы с вами тогда вызовем, наверное, лучника. Что-то он там... Ага, ага, вот он что делает, ребятули. Вот он что делает. Ты посмотри, гаденыш. Так, хорош, давай-ка. Нормалец. Слушай, идем, ребята. Оп, он тоже вызвал амбала. Вот это уже, блин, хреново. Ай-яй-яй, давай-давай-давай-давай. Крестоносец, по идее, тоже должен быть хорош. Ну, да-да. Да куда ты стреляешь-то, етрит тебе на корень. Ай-яй-яй, лучницу просто так, ребята, сейчас сплавил. Просто так я сплавил лучницу. Хм, что-то он тут хитрое такое задумывает. Ну, во-первых, мы вот так вот сделаем. Замечательно. Так, деревяшки, вы куда это собрались? Никаких вам уступков не будет. Так, давай стрелять. Не-не-не-не-не, парень, успокойся. Блин. Да должны забомбить. Шикарно. Опа, а вот это ты, парень, зря. А вот это ты, парнишка, зря. Так, давай-ка, дубинки. Всех раскромсали, да, почти. Всех почти. Блин, ну тут бой, ребят, офигенный. Так, у нас, по-моему, нет, здоровья у нас больше, чем у него. Да чтоб тебя он достал уже. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай, атакуем. Отлично. Полетели. По красоте. Смотрите, сейчас, ребята, мы разбомбим ему ворота, и все, и он будет наш горяченький, тепленький. Пускай эти деревяшки бегут, они мне уже не страшны, если честно, потому что сейчас будет просто жесть. Смотрите, что я буду вытворять, что я собираюсь сделать. Старая комба, ребята, рулит, согласитесь. Ну и, естественно, нам нужно вот так вот прикрыть всех наших ребят. Все, никаких шансов, ё-моё. Я еще, ребят, накопил себе на имбу. Психует, психует, не нравится. Ну а что ж поделаешь, Викс. Это игра, не надо расстраиваться. Я бы тоже, наверное, так же бомбился бы, если бы меня сейчас разорвали бы. Просто бы, знаешь, а мне в такой, знаешь, еще сидит чувачок там со стаканчиком кофе, знаешь, со сливками так, в камеру. Парень, ну это всего лишь игра, успокойся. Все четко, а я бы волосы на голове бы рвал от злости, от обиды. Так, ладно, ребята, забираем с вами деревянный сундучок. В нем, естественно, ничего хорошего не будет. Ну, гемы это прекрасно. Так, а что вот здесь у нас? Получите приз. 4 гема еще зарабатываем с вами. Ну, соответственно, рубинами нас никто здесь баловать не будет. Никогда не баловал. Вот не могу понять, что вот это такое. Я думаю, что мы с вами должны повышаться, а у нас, ребят, понижается. У нас, видите, 17 почему-то. Хм. Горячее предложение. Нет, не хочу, не буду, не надо. Ладно, у нас интересно встретиться какой-нибудь тихо-тихо-тихо, какой-нибудь серьезный противник, с которым было бы, так сказать, сложно драться. Пока я обновление до 3 уровня даст вам преимущество. Пока я никаких преимуществ не вижу, я уже 3 уровня. Преимуществ не вижу. Нас... А почему меня поставили в бой против 1 уровня? Я считаю, что... А, погоди-ка. Нет, ребята, это не 1 уровень. Это, судя по всему, 1 уровень базы.
Да. Ой-ой-ой-ой-ой, отлично, хорошо. Так, тихо. Так, что-то тут как-то не айсово, ребятули, идет. Давай великанов с собой пошлем. У-у-у, великан громозека. Так, давайте конника этого. Конника валим, блин. Да что же он такой мощный-то, этот конник? Он действительно, ребята, у него сильный очень. Бумс. Так. Хорошо. Давай-ка я вот так вот сделаю. Туч. Да ёпрст, ядро, ты даже катиться было. Почему? Почему не получилось, ребят, у нас с ядром-то? Так, достал мне этот лучик. Ого. Да, ребят, как-то не особо хорошо тут у нас выходит все. Я бы даже сказал, очень нехорошо. Мы базу-то пробьем ему или нет, как думаете? Ворота мы должны пробить сейчас, вот с секунды на секунду. Так. Этот гад лишний здесь будет. Этот гад здесь будет лишний. Так, вызвал, да, все-таки? Хорошо, давай так попробуем. А мы попробуем так. И, соответственно, лучника тоже этого расстрелять надо нафиг, ядрени фини. Так, отлично. Он, как говорится, потратил, ребят, свою имбу и все. Сам виноват. Мы его сейчас просто раскурочим здесь. Ну, вот и все. А, пускай он что хочет показывает. Хоть глаза свои, хоть язык, мне все равно. Главное, что он... Ох ты, смотри, ребятули, волшебный сундук мне достался. Волшебный сундук, это вам не золотой? И я получаю, видимо, новый ранг. Новобранец, да? Теперь я, блин, новобранец, елки-палки. 72 гема, ребят, нужно что... Ох ты, еще и звездный сундук. Открываем, конечно же. 134 голды, нехило. Дубинушки. 10 карчик. Так, мечники обязательно улучшать будем. Ох ты, меткий стрелок. Слушай, а вот это уже неплохо. Вот это уже даже очень хорошо. Так, где мои бойцы? Так, стрелок. Давай, конечно же, я тебя буду улучшать. Он у меня получает второй уровень. А я думаю, что такой слабенький, ребят? Он первого уровня, оказывается, был. Вот он только сейчас получил второй. И наши мечники тоже получают... А, нет. Нет, ребята, мечники у меня получают четвертый уровень. По красоте. Так, а что у нас тут? Один приз, один гем, точнее. Ну, в принципе, неплохо. Конечно, до ранга четвертого нам, извините, пиликать еще и пиликать. Тогда что такое ежедневный квест, ребят? Ага. Опа, неплохо. Сразу два сундука мы с вами вскрыли. Так, ага, ну здесь, ребят, по стандарту. А что вот здесь, интересно, за 200 пунктов? Там должен быть смачный ревард-то, по идее. Может быть, гемчиков будет побольше? Меня, ребят, сейчас на самом деле балуют. Балуют просто-напросто. Рейчик, ну на, все тебе, все, бери. Блин, а знаете, что еще обидное? Что у нас не осталось места. Я тогда вот этот сундучок, наверное, открою, ребят, с вашего позволения. Зря, наверное, я трачу гемы вот так вот хаотично. Зря, наверное, очень зря. Потому что потом они стопудово нам пригодятся. И, как всегда, их будет не хватать. Мишень, земля... Подожди, они что, и воздух могут атаковать? Ага, они могут атаковать, оказывается, еще и воздух. Я этого не знал. Я думал, они только по земле. Ну ладно, ребят, давайте еще разочек. Еще один бой. Я лучший. Хрена с два, я лучший. Еще не доставался мне просто соперник такой донатский, так скажем, который меня просто тут разорвет в пух и прах, ё-моё. Готовимся к битве. Готовимся, конечно, готовимся. Так, я лучший. Там, кстати, тоже чувак писал, я лучший. Это просто гость у нас здесь. Мы будем драться против гостя с вами. Ладно, поехали. Кстати, вот у меня лучница, по-моему, ребята, еще. Ох ты, ох ты, ох ты, это что? Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно для этого вот так вот сделать, ребят. Понимаете, да, для чего я это сделал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Да не, порвем. Порвали.
Так, пускай эта лучница подойдет сюда, сразу получит от нас тыч. Опа, а вы поняли, да? Стрелок, оказывается, сильнее намного, чем лучница. Ну что он там, что-то ждет, ждет что-то, что-то он ждет. Мы также сделаем. Мы также, ребята, сделаем с вами. Хорошо. Бум-бум-бум-бум. Хитрожопый. Блин, нифига, ребята, хитрожопый. Так, я уже накопил, да, себе на ульту. Я накопил себе на ульту, отлично. Так, что же нам сделать-то? Амбала вызвать, что ли? Давай вызовем амбала, наверное. Так, а вот сюда вот, вот так вот. И прикроем все это лучниками. Так, 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 так. Да ты дойдешь или нет-то, ё-моё. Блин, ребята, блин. Амбал не дошел, к сожалению. Надо вот так вот делать это все дело. Туч. Какого хрена тут происходит, эй? Давай отсюда пошел. Опа, ребята, смотри. Что это у него за йети какой-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то здесь как-то не очень айсово, ребята, у нас идет все. Давай вот так вот сделаем. И тут вот этих вот. Руби, руби, руби. Это... Что за говно тут стоит? Так, ребят, я не знаю, может быть... Пора тоже бомбануть все-таки. Достал он, если честно. Давай вот так вот прикроем. И лучников. И наших летунов. Пускай он там что хочет теперь делает. Так, отлично. Давай, 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 ребятулечки. У него, смотрите, ребят, заморозка какая-то, я не знаю. Так, погоди-ка, погоди, как-то все это дело хреново очень получается здесь у нас. Давай, мы красные, ребята. Погнали. Прикрываем это все дело нашими дубинками. Да все, в принципе, я думаю, хана ему сейчас будет. Что-то он, бедный, растерялся, аж, бедный, не знает, за что схватиться уже. Так, давай, стрелок, бомби по базе. Ребят, у меня две ульты, елки-палки. А я стою тут, что-то жду. Две ульты. Давай, 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 родные мои. Что это он там сделал? Я не знаю, что он сделал, ребят, но что-то нехорошее. Еще одну ульту вызываем. Думаю, думаю, все можно, что ли? Нет, ребят. Ой-ой-ой, что тут происходит? Ты посмотри. Он тоже вторую, ребят, ульту вызвал. Ты прикинь? Давай, бомбочки. Давай вот так вот ядро туда запульнем. Отлично, по красоте. А вот это, конечно, плохо. Так, тихо. Пробили, что ли? Ё-моё, ребят, посмотри. Так, давай. Вот так. Не должны мы позволить с вами. Бомбочки. Дубины, точнее. Так они будут правильно называться. Так, почему мы не проигрываем-то? Я никак не могу понять. Ну-ка, давай ядро сюда влепим. И вот так вот. Как он меня мог, интересно, перевесить? Вот мне что непонятно. Так, хорошо, здесь отлично. Погнали. Так, пока, пока вроде бы неплохо, ребят. Но это пока. Куда это говно лезет, я не могу никак понять. Так.
Давай, 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 давай. Нет, 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 не пропустим, не пропустим, ребятули. Он, по-моему, ядрами, да, в меня там бомбит. Все, короче, ребят, я выпускаю ульту нафиг. Давай, давай, там осталось немножечко совсем здоровья у базы. Да чтоб тебя, блин, а? Нет, ребят, я не позволю так проиграть вот просто. Давай сюда этих бомбардиров, ёпрасоте. Нет, 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 нет. Нет, ребятули. Не могу я этого позволить. Какого хрена? Как он это сделал? Ребят, я не знаю. Но он выиграл. Оу, щит. Вот это был бой. Вот это был бой, ребят. Я не знаю, почему у него получилось забомбить. Я вроде бы всех убил там. О, золотой сундук. Так, всего лишь на один гем больше, блин. Так, ух ты, здесь-то сколько призов. Ну что ж, неплохо. Ребятули, очень даже неплохо. Давайте, наверное, еще один заключительный боек с вами проведем. И нам нужно сундук вот сюда забить. Ух, блин, мне аж, ребят, ух, аж как-то так встрепенуло. Было все так легко и просто. Но на самом деле далеко не легко и просто. Знаете, мне впечатление было, как будто я тут сам дрался с этими... бойцами наравне. Так, ладно, хорошо. Давай. Зачем? Зачем я их вызвал? Ума не приложу, блин. Они мне здесь нафиг не нужны, блин. Тунч. Ну, как-то так. Так, стреляем, 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 стреляем. Так, эти пока тут отвлекаются, мы якобы бомбим. Так, мечник, куда ты прозагнался-то? Крестоносец хренов. Тюх-тюх-тюх. Просто тут, ребят, надо понять, кто против кого хорош, понимаете? Я вот знаю, что крестоносец, например, очень хорош против вот этих вот конников. Да, а что он в какой-то ауре идет? С чего вдруг? Давай, 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 давай. Тыч, и нет его больше. Так, предположим. А вот эти вот маленькие, наверное, хороши против... Да, вот эти вот малыши хороши против... как раз против крестоноса. То есть они маленькие, хлипенькие, но в то же время кучкой. В общем, это как в Clash Royale, ребят. Та же самая тематика идет. Бумс. Так, ладно, предположим. Видите, вот эти вот малыши, как они хорошо бомбят. Ой-ой-ой-ой-ой. Как они, говорю, хорошо бомбят. А так, мы здесь победили. Так, давай-давай-давай. Эй, слабоваты, ребята, они. Ну? Так, давим, давим, давим. Ну, смотрите, уже, ребята, достойный на самом деле противник у нас здесь. Очень достойный. Так, тихо, тихо, тихо. Мелких клопов этих мы поубиваем сейчас. А у него, по ходу дела, ядра нету, да? Мне подсказывает, что у него нет. Скорее всего, противник предыдущий нас убил с помощью, ребята, ядра. Он выпускал ядра постоянно. И эти ядра, когда катались, они наносили урон. Вот только за счет этого, мне кажется, он тут нас и бомбанул. Так, ладно, пускай этот, я не знаю, куда-нибудь идет, а мы с вами выпускаем амбала. Ну и, соответственно, бомбочки. Так, выпускаем здесь ядро. Все, хана. Хана, ребята, врагу. Ух, чудесная победа.
прям будоражит меня. Серьезно говорю, ребят. Ух, аж поджилочки дрожат. Классно. Да что ж такое-то? Ух, опять я там что-то кучу денег наполучал. Ну, я понял, что я новобранец. И надо мне об этом напоминать 300 раз на дню, что я новобранец. Два гема. И, по-моему, все, да, ребят, на этом? Или не все? Ну, согласитесь, у нас так много чего откроется буквально через 3 часа. Ну, и здесь, как видите, через 11 часов. Так, квесты ежедневные. Да, нам придется немножко подождать, смотрите. Мы обновим вот это вот все и будем с вами дальше получать наши стандартные призы. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Вам, конечно же, большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Вы можете свое мнение написать, ребят, в комментариях. Очень будет приятно почитать. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.